Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Борис Моисеев около 10 лет назад перенес инсульт и с тех пор практически не появляется на публике. Правду о состоянии артиста, теряющего память, рассказали его знакомые, они же опровергают слухи о том, что певца уже нет в живых. Андрей Разин в разговоре с журналистами заявил, что Боря жив, и добавил, что недавно виделся с музыкантом. Продюсер признает, что сейчас Борис Моисеев уже не может общаться так хорошо, как год назад. Знаменитости становятся хуже, уверен композитор. Разин добавляет, что сейчас певец теряет память, он не может узнать знакомых и восстановить, что с ним происходило в прошлом. Физически Боря может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается, прокомментировал журналистам продюсер группы «Ласковый май». Артист считает, что сейчас Бориса Михайловича лучше не показывать публике, чтобы поклонники запомнили его в полном здравии. Организатор концертов Сергей Лавров, наоборот, утверждает, что Моисеев по-прежнему шутит и может общаться, но у него есть задержка речи. Сергей Соседов вспоминает, что видел Бориса Моисеева в марте 2019 года, тогда артист выглядел слабеньким, но держался. О возвращении певца на сцену говорить не приходится, уточнил музыкальный эксперт в разговоре с собеседником. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.